Здравствуйте, компания Progress Auto. Обзор мини-трактора Yanmar FX20D. Полноприводный Yanmarчик с фрезой. И благодаря тому, что он FX, с кулисой переключения передач, расположенной спереди, так сказать, автоматической коробки переключения передач. Шины очень хорошие, задние. Износ небольшой. По переду остаток также хороший, но есть, к сожалению, растрескивание. Я думаю, это видно. В остальном тракторочек достаточно целокомплектен, то есть проблем в этом плане у него совсем нет. Ну вот видите, шины, к сожалению, чуть потрескались, передние рассохлись. Задние при этом нормально себя чувствуют. Трехточечное навесное устройство без дополнительных регулировок, то есть все максимально просто. Фреза 1,40 м, Yanmar-овская РСБ с упорными колесами. Ножи, состояние, думаю, видно. Остаток еще есть, но тем не менее они и износ также есть. По остальному все как обычно, в принципе. Регулировка положения фрезы, 4 передачи на вывод сбора мощности, отключаемый полный привод, блокировка заднего моста, коробка переключения передач. Наработка около 1000 моточасов. В принципе, максимально простой и надежный трактор Yanmar. Двигатель обороты берет отлично просто. И прекрасно работает. Никаких лишних звуков, никакого выхлопа, ни газетный лимит. Все отлично ведет себя. Поэтому приезжайте, вот такой вот он у нас теперь есть. Yanmar FX20D. Для любителей Yanmar прекрасный вариант. До свидания, Progress Auto.